Приветствую вас, амигос, приветствую вас на революционной передовой! А, нет, это игра The Order. Ну уж больно на революционную... Блять, как стрелять из этой хуйни, блять? Игры-то... Где курок, ебать? Нахуй ваши шутки, что вы мне подсунули? Ебать, и это я тут рыцарь после этого. На нахуй! Игры-то, блять! Найдите укрытие. Какое, блядь, укрытие? Я и так он за фурой с картошкой, блядь, спрятался. Вот, сука, блядь. Что, блядь, значит не лезьте под огонь? Может, вы чем-нибудь прикроете меня? Ёбаная массовка. Что ж за, блядь, рыцарский орден-то у нас такой, а? Посол рыцарский орден с груди потерял. На, педрила краснопузая. Давай за Белую Гвардию, за Колчака, ебать, вижу, граната пошла! Блять, как работает эта хуёвина? На, сука! Пикачу удар молнией! Блять, пацаны, граната! Граната, пацаны! Мятежник убит! Бля, отвечаю, пушка говно разработчика маму делал, что за хуйня она вообще, блядь. Уй, скорострельность! Не, ну она, блядь, зато с автоцелью якобы. А чем он стреляет? Батарейками, что ли? Что это у него за патроны такие нарисованы? Так, в жопу, где мой пистолет, который мне от Персиваля достался? Я думаю, он что-то знал об этой жизни. Вау. Блять, там, сука, Линкольн сидел в цилиндре. Блять, пацаны, ну пацаны, ну пацаны, ну хорош, пацаны, ну не смешно, ну ёбаное прикрытие. Где, блять, тело меня прикрой своим. Ёб твою мать. Не смотрели вы рядового Райна, да? Вообще не смотрели. Если лорд Гастингс жив, ему нужна наша помощь. Если лорд Гастингс жив, пошел он нахуй. Передайте ему мое почтение, но ебал я жизнью рисковать. О, блять, какая кучная хуйня. Граната пошла, пацаны. Давай. Блять, она не могла еще дольше там лежать, прежде чем взорвется, а? Да, и что мне делать, блять? Назад ее нельзя бросить, не та игра. Блять, я просто дезертыгом их ушатываю. Так, пацаны, вот этого господина, блять, я ему ноги прострелил. О, как его в рукопашную замесил вот этот вот лук, он, смотри, дошло наконец, что делать надо. Персиваль, блять, не зови его Персиваль, он Лафайет, блять. Лафайет он. Персиваль, блять. А то я все время радуюсь, что он жив. Ошибочно. Так, у меня патроны в песике кончились. Из такого револьвера я один стрелял в Лондоне. Где мне взять патронов? Надо перезарядить. Мне тебе что, с перезарядкой помочь? Дай сюда, женщина. Ух ты, блядь. Стой так, вот так вот. Замри. Наверху, на вагонетке. Теперь нам нужен как один из них. Блядь. Да ну нахуй, ну как так-то? Ну что ж за хуйня? Пацаны, киньте дымовую. Ёбан насрал, ну киньте дымовую. Да. Шерева, бля. Блять, контрацептив ёбаный, на. Блять, и мне гранату кинули, а? Повторюшки, блин. На, сука, стреляй, блять. Опа. Лова, сучка. Сучка, эй. Так. Линкольн, я тебя не забыл. О, хедшот молнии. Громоотвод надо на башке носить, а не шляпу. Скорее, нужно спасти лорда Гастингса. Ну его нахуй, дайте мне ствол найти. Блять. Ну что за пистолет? Галахад, ППШ. Мы заняли этот конец моста. Я слышу, там кто-то стонет. Ничего. Нужно вызволить Гастингса. Я вас прикрою. Лукан и Грейна, давайте. Тащите его, когда я скажу. Поняла. Интересно. Готовы? А вот представьте ситуацию, что умер Персиваль, а следующий на очереди в рыцарь женщина. Что, женщину буду звать Персиваль? Или и Грейна умрет, а придет такой мужик бородатый, он будет и Грейна? Тяни! А как он под каретой оказался? Порядок! Отступаем ко дворцу! Он, блядь, должен был плоский быть, как листок бумаги, по-моему. Лорд Гастингс, смею заметить, что вы везучий сукин сын. Куда вы? Закончить начатое. Сейчас не время для мести. Придите в себя. Один
Сейчас не время какать! Извините, на клапан надавило, пацаны. О, блядь. Да, блядь, такая. Сука! Блядь, куда ты? Кто-нибудь видит Галахада? Да! У нас есть стражи в этом районе. У нас, сука. Это Страж 3. Мы в одной лиге к северу от Вестминстерского моста. Страж 3. Разыщите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэр. Так звучит, как будто я предатель, блядь. Потенциальный. Блядь, да бросай нахуй! Охуенно бросил, вот это, блядь. Не зачет, блядь. На физкультуре за такое ебало бы набили. А, сука. Нормально, блядь. Едем нахер, о. Мой пехль снова со мной. Сука, они там опять сбоку набежали, походу. Блять, только не ты. Только не ты, блять. Больно. Конечно, больно, хули. Солью, бля. Высунься еще разочек. Да, пиздец. Че, дробь неужели так далеко летает, а? Не, ну летает, не вопрос, но, блядь. Она уже даже просто по траектории вниз куда-то летит, по-моему. Визуально. Как бы она на излете бьет, такое ощущение, что ну вообще дамага уже не должно быть. Блять, петух, сука, в спину стреляет. Блять, какая мразь это сделала? Вот так стрелять надо, сучара. Должен был мне в затылок между ушей как шмальнуть, Розан. О, еще граната. Где попала граната навалена? Что, еще одна? О! Эту гранату можно взять несколько раз. Это же какая магия. Так, а куда мне идти-то надо? Совсем рядом со мной! О, блядь! На, сука! На, сука! Долго, 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 блядь, ты его, валай, блядь, валай ебешь. Ну давай, 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 нахуй. Опа! Опа! Блядь, ты не сдох? Нихуя ты кащи. Блять, вообще никто умирать не хочет, что ли? Вот. Переигрываешь, чувак, ты переигрываешь, я не верю тебе. Блять, нет, нет, не это говно. Самозарядный карабин М82. Эй, вот. Вы двое! Один сюда, второй направо! Хуя ты, командир. Давайте живее! Страж 3, нужна поддержка. Мы уже на подходе, сэр Галахад. Мы уже на веслах. Вас понял. Блять, этот воздушный шар все 2 недели лететь будет. Какая нахуй? Рыцарь, убейте его! Блять. Дрянь. Где там поддержка? Какая поддержка? Сэр Галахад, мы обнаружили к востоку от вас оружие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. И чего, уничтожьте его? Пока он в меня не выстрелил. Ах ты, сука, смотри, нихуя там. Сэр Галахад, вам приближаются повстанцы. Краснопролетарские, чё, подогнали, а? Какие его? Вот уёбок. Ой, бля. Ой-ой-ой, вот что делается. Ой, бля, вот нахуй, вот черт. Чё такое? О, граната. Заебись. А это что такое? Кобура какая-то. Чёрт, перезаряжаю. Досадно кончилось, да? Блять, какой ты криворукий. Какие твои уши, там твою жопу должно было разорвать. Уши, блядь. Куда он тут стрелял все это время? Я слышал выстрелы, но что-то. Вот это? Оружие на платформе. Или что это? Чё мне ничто? Чёрт, ох ты, блядь! Здесь. Куда ты делся? Сука, конь, блядь! Иди сюда, блядь! Куда нахуй? Куда побежал, тварь, блядь, ебаная? А, ну нет, блядь, не может быть. Ты какого хера? Он же рядом был.
Сука, партизан, блядь, еврейский. Пиздец. На-на! На нахуй поебало. Ах ты, блядь. На, сука, вот это удар вообще по башке был царский просто. Вас понял. Галахад, блядь, спецназ. Спецназ. Прикрой, нужно подойти ближе. Вот сука какая. Я готов. К обороне и труду, блядь. Уже лопнули, блядь. Сейчас еще и жопа треснет. Давай, граната пошла. Дурак, туда, наверное. Ой, вообще хорошо. Так, где-то еще одна. Где эта шлюха в прошлый раз пряталась, а? Говна кусок, бля. Вот она, бля, сидела. Вот она, краснопузая. Ну, Галахард, он белогвардеец, определенно, он не может быть. Такой фрейрок не может красным быть, правильно? Блядь. Вас тут чё, блядь, сука! Да ладно! Да ну на... Ну, блядь, ну откуда они выбегают-то все время? Заебанцы, блядь, а? Всю войну, блядь, где-то там. Он прятался, сидел. Тут нахуй, смотрите, блядь, выбежал. Охуеть, блядь, не встать. Петух, сука. А, яичко, блядь, левое, правое, нахуй. Дальше и умер, да? Зачем жить-то? На, туда же, блядь, тебя, сука. Всем яйца поотстреливаю, пидоры. Вас понял. Давай, давай, давай. Даргалахат, к вам приближаются повстанцы. Страж-3, не смейте его упустить. Есть. Как с него шапка слетела. Шапка слетели? Где, 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 где? Нахуй. Ничего. Где взрыв-то? Бля, пизду. С этого... фланга нереально к ним подойти. Вот она. Сейчас. Сейчас рабочий класс, блядь. Подожди, чё, некуда гранаты пихать? В карманы рассовывай. Иду, блядь, иду, сука. Там-то кто, блядь? Я его через дым не вижу, он меня заебись, да? Это новое слово, блядь, в охуенном геймплее. Что это было? На, жри, сука, тварь. О, попал. Только он, наверное, не умер. Камон. Блять, Галахард, ты чё такой? Ебать! Сэр Галахард, повстанцы отступают. Нихуя у него контрабас такой, блядь, что-то было. Сейчас я ракет-лаунчер возьму, бахну пару раз по ним, давай. К чёрту армию. Это моя битва. Давай, команда хуев. У него наша пушка! Сэр Галахард. Пошел он нахуй, рыцарь командор. Я, блядь, нашел большую берку. Дерьмо, конечно, редкостное, как ты, блядь, стреляешь, но тут немножко как. Всем сотрудникам, не приближайтесь к восточной оконечности Вестминстерского моста. Да. Мы наблюдаем интенсивный артиллерийский обстрел. Тут Галахард хуй вертит, не подходите, блядь. Ой, распидорасило. На, сука, куда ты, блядь, собрался? Них, на, у него наша пушка. А чё, она у вас одна была, что ли? Это вы зря, блядь. Где выстрел? Чуть под ноги себе не выстрелил, долбоебище. А, по-моему, я с задачевым газом стреляю. Они, смотрите, они за глаза все хватаются, но никто не умирает, по-моему.
Блять, кто эту пушку изобрел? Что такое? Чем она стреляет? Реактивными снарядами, что-то там обалденное. Что-то с током связанное из нее вылетает, конечно. Что непонятно. Укрытие, в принципе, она нормально разносит. Блять, ну долго-долго вот это длится, конечно. Они вот на убой идут, как дурачки, типа один за другим. Чё выкинул, хер его знает. Убирай, сука, с пола. У нее еще и патроны бесконечные. Это прямой приказ. Отставить! Схуяли! Я уже все сделал. Салахат, что вы делаете? Придите в себя, возвращайтесь во дворец. Радуйтесь, что у вас служит герой, который один все делает. Я собрался, пидорас! Заплатишь, пидор, заплатишь. Где индианка? Где она? В Индии искал. Ай, блядь. Тихо, нокаут сейчас будет. Где она? Где детонатор? Где он? Детонатор! Отвечай! В борделе. Че, зубы-то все на месте? Нет, сэр Галахат. Леди Игрейна, сэр Галахат на восточном конце моста. Не теряйте его из виду, мы идем. Вот стукач позорный, блядь. Эй. Да стой! Все, силы кончились, уже так щелкнул. Заведение Ex-Bells Muses. А, так это та самая стрепуха, где мы были. Бля, это их логово было. Лафайет. Лафайет за лупой почувствовал, что тут что-то неладно. Вот эту на принцессу Лею похожую надо приходовать. Хозяин, налей! Налей, не слышишь? Ты бухать пришел или расследование вести? Камон. Абсента. Шлюху мне, блядь, двух. Именем революции. Доярок, блядь, веди. Дай, блядь, сюда. Еще скажи, чаевых тебе дать. И пошел такой ненавязчиво, и пошел. Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет же. Что вызывается? Пошли забудемся с какой-нибудь сучкой местной. Сучки! Сучки! Хей! Тут патимейкер пришел со стволом. Какая такая стакан, блядь, на ведерко похож. Что-то походу этих... Рыцари, которые там по несколько сот лет живут, абсентик-то не берет. Что пытаетесь утопить? Горе или свою глупость? Ничего. Я ждал, когда явитесь вы. И? Раздевайся, ёпта. Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Нет, вы они в меня стреляли как бы. Не станете говорить, вас ждет та же участь. Твоя... Простите, ваше предложение мне неинтересно. Твоя гейская пукалка меня не остановит. Я очень не люблю угрозы. Тогда вы мне бесполезны. Как угодно. Какая враждебность. А это еще кто? Похоже, вам пригодится вот это, рыцарь. Тут что, индусы командуют? Черная вода. А у нее она откуда? Откуда она у вас? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре, нечекаро. И заняться тантрический секс. Деви. Втроем. Если вам так спокойней, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Да вы все на одно лицо, какая мне хуй разница. Поговорить. И лучше всего
С глазу на глаз. Захомутают сейчас Галахарда, захомутают пилоткой иностранной. Хотя у них там в армии береты, береткой иностранной. Оставь нас. Мы будем говорить наедине. Не. Займись делами в блоке. Не, давай, давай втроем. Ну хоть раз, блядь, да что за говно, ну хоть в игре. Вы хотите отомстить за своего друга Мэлори? Не смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали. Предали? Мэлори. Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин. Даже королева. Вы империя лизоблюдов, которые присмыкаются перед объединенной индийской компанией. Придержи язык, женщина! Ваша славная корпорация распространяет ту самую заразу, которую вы поклялись искоренить. Бредни, фанатички. Где детонатор? I'm Batman. Вы не там ищете врага. Мы боремся с одним злом. С какой стати мне верить мятежнице? И убийце? У нас много общего. Нет у нас ничего общего. Разве смерть вашего друга была напрасной? Хватит! Дайте мне повод не убивать вас! Сиски, покажи! Есть вещи хуже смерти, рыцарь. Много хуже. И если это моей смерти вы желаете, так и быть. Вещи хуже смерти? Вполне приемлемая жертва. Вы отрицаете, что пытались убить лорда Гастингса? Он заслуживает смерти, как и все его подлые сообщники. И вы ждете, что мы будем сложа руки смотреть на вашу кампанию террора? Все не то, чем кажется. Компания умеет хранить секреты, даже от Ордена. Так зарождалась Амбрелла, наверное. Какие секреты? Секретные, блядь. Нет времени на игры. Вряд ли мои слова смогут вас убедить. Но я могу показать вам то, что даст ответ на ваши вопросы. Ответ ждет вас в доках компании в Блэквилл-Ярде. Нужно спешить. Если вы солгали, вы пожалеете. А тебе не кажется, что тебя могли хлопнуть прямо здесь? Че я тебе лгать-то? Тоннели ведут в Блэквилл-Ярд. Готовьтесь, охрана компании встретит нас во всеоружии. Без моего приказа в невинных людей не стрелять. Среди них нет невинных. Неважно. Хотите, чтобы я шел с вами? Слушайте меня. Хорошо. Я Джон Коннор, ты Терминатор, поняла? Невинных не убивать. Абсолютно. Стыдитесь своих знаков отличия? Да носить тяжело, заебали. Знак отличия. Ошейник, блядь, килограмм весит, ёпта. Нихуя знак отличия. Ничего себе отличили. Где погоны? А это такая... Ах, он на блядки пошел. Да, надоело ему твои руки и сердце добиваться-то. Батькины пороги околачивать. Интересно, а почему она вообще пошла его искать в этот бордель? Тут Джек-потрошитель где-то ходит, ты в курсе? Сейчас тупая баба, короче, все испортит. Вот базарю, всегда тупые бабы все портят. Они, блядь, думают, что они умные, на самом деле они ни хрена не умные. Сейчас она увидит его этот ошейник, да? Он же не мог его, бля, в ящик убрать. Тут, наверное, бросил. Ну как она увидела-то его?
Внимание, клише, неправильные выводы. Достижение разблокировано. ТП. И что она думает? Он пришел, нахуярился абсента и ливнул из ордена, что ли? Если бы эти звуки показывали в темноте, я не знаю, что бы я подумал. Что вам известно о чистокровных? О предках полукровок? Это древние существа, которые такими родились. Их никто не обращал. Они все вымерли. Да, и каким образом они так родились? Напрасно вы думаете, что их не осталось. Они среди нас. Да? Опорная конструкция обрушилась. Сюда! Какая галантность! Еще громче поори. Я сражалась с ними в Чханси. Объединенная индийская компания, их агент. К чему? Если вы так уверены, представьте доказательства. К чему сейчас было это повышение тона реально вообще? Подземная система расширяется. Большого поезда нечего бояться. Тоннель имеет свойство расширяться. Да, вы поняли. Вместе мы сможем это сдвинуть. Ой, блядь. Я готова. Ну, а. Блять, это она так стонет, что сейчас у меня привстанет реально. Завязывай. О, боже. Ну хорош. Слышь, женщина, тебе там нигде ничего не трет? Сюда. Лондон Рейлроуд. А там ли у нас чего интересно? О, киндер-сундучок. Да ладно. И что у нас обычно в таких сундуках лежит? Ура! Валик с звуковой дорожкой. Ёб твою мать. Анархисты 16-10-86. Ёб твою. Последние дни в Лондоне произошло больше событий, чем во многие предшествующие годы. В газетах высказываются гипотезы, что крушение Агамемнона произошло в результате террористической атаки. И эти опасения не беспочвенны. Однако газетчики не знают, что на борту корабля присутствовали рыцари. Власти... Блин, запись идет. А. Власти сделали все возможное, чтобы скрыть этот факт. Вероятно, тут не обошлось без давления ордена. У нас есть подтвержденная информация, что один из них погиб на корабле. Это некий Себастьян Мэлори, носивший рыцарское имя Персиваль. Как у них водится, рыцарский совет не станет тянуть с поиском замены. Но у меня почти нет сомнений, что вместо погибшего Мэлори за стол сядет его ученик маркиз де Лафайетта. Впрочем, для нас это может стать хорошей новостью. Принимая во внимание его прошлое, можно надеяться, что он разделит наши устремления. Следует попытаться завербовать его как можно скорее. Поскольку вопрос этот крайне деликатный, никто за пределами группы посвященных не должен его знать. Ничего знать. Поэтому мы запишем всю эту хуйню на этот валик, блядь, и спрячем его в шахте до лучших времен. Зачем? А, хер его знает. Стойте. Тут кто-то есть. Ну да, вон стоит. Рабочие. Тихо. Вперед. Блядь, теперь она командует, что ли? Скорее, прячьтесь. Кто идет? Охуенно спрятались, бля. Ассасины, прям. Это частная собственность. О, этого я и боялся. И ты что тут, свернул директор? Не в тот туннель. Вы кто такой? Еще один заплутавший путник в этом адском городе.
Вы не подскажете, где я? Black Wall Yard. Доки индийской компании. У охранника пустая кобура, в отличие от обычного путника, блять, из шахты. Возвращайтесь, как пришли. Опять по туннелям. Но ведь куда проще подняться на улицу, вы не находите? Лезьте назад! Не бойтесь, он отдыхает. Хотя голова потом немного поболит. Да, перекур у пацана, переработал. О, можно шапку пинать. Смотрите, вот улица. Сейчас в лужу ее запинаю, пусть потом носит. Опа. Блять, это пас лучше, чем у Аршавина получался. Город расширяет набережную. Тут рычаг для переключения веток. И зачем? А, залезть куда-то? Помогите-ка. Сейчас мы за рабочих бесплатно их работу сделаем. Я сказал, помогите-ка, блядь. Метнулась, помогла. Я готов. Пожалуйста, наконец-то. Ты что, там красилась, что ли? В натуре, блядь. Еще чуть-чуть. Я не толкаю, но меня, но заебался больше, чем они, блин. Все, стойте. Здесь можно забраться наверх. Хорошая мысль. Там можно перебраться. А я думала, мы просто так ее толкаем. Работягам, блядь, помочь. Че дальше? А. Бля, сюда зачем? Хуй не понял. Тут одна дорога или две? Не оступитесь. Дайте руку. Доки объединенной индийской компании. Я отопру ворота изнутри. Так, залезайте. Да у нас тут тандем. Скорее, патруль может пройти с минуты на минуту. Да подождите же вы! Снайпер! Нахуй надо, пошли. Ничего себе, блять, охрана у них не шутит. Ну что дальше? Вы и теперь хотите обойтись без убийств, рыцарь? Не высовывайтесь. Я придумаю, как добраться до снайпера. И погрозить ему пальчиком. Я не могу высунуться. Блять, а как до него добраться? С такой камерой, блядь, с вот этими ёбаными черными полосами, я вообще нихуя не вижу здесь. Блядь, будьте не прокляты нахуй за эти черные полосы. Апачки хуеньки! Опа, блядь! Всю обойму в меня, блядь, втащил, а мне похуй, ёпта, я Дункан Маклауд, я бессмертен, блядь, понял? Всю рубашку мне, блядь, кровью засрал, мудак. Своей, наверное, причем, вряд ли это моя. Где они там, блядь? Я под обстрелом! Что-то миссии с шутерами зачастили. Ох, сука, хорошо ложатся кучненько. На улице никого. Оставайтесь на месте, я с ним разберусь. Куда, блядь, побежал?
Хули звать подкрепление голосом, если они даже выстрелы не слышат? Всего. Ваш ЧОП, походу, всем составом в уши долбится. Вот сука. Блять. Петух, блять. Гамбургский, сука, со своим обрезом. Пиздец, блять. Эти пидоры с дробовиками заебут даже мертвого. Блять, а у меня ебаный маузер. Ну что ты будешь делать, а? С маузером, блять. Серьезно. На, уёбок. Блять, она пиздец, полгода лежит до взрыва. Ну и задержка у этой гранаты. Как у бывшей, блядь. Пиздец, да. Не, блять, маузер вообще. Одиночными он лучше стреляет. Смотри, вот гомосеки. Даже перед смертью его за жопу прихватил, блядь. Видишь, что творят. Любители. Против этой пушки не попрёшь! На нахуй. Блять! Нет, не, блять, за что? Заряжаю! Они мне дымовую бросили? Блять. Блять. Надо было оставлять винтовку, сука. Закашляйся там до смерти, говно. Жив еще, что ли? Что-то тут винтовка М85, пистолет М85. На что у тебя нет времени? Ну давай не будем его убивать, блядь. Может он... Думаешь, он нас мимо пропустит со своим термитом, блядь, ебаный? Они сзади? А голоса были как будто сзади. Ну гранату, дайте гранату. Дрянь. Сука, это же подонок. Это же подонок. Посмотрите на его лицо, это шизоид. Сука, ты, блядь. Как с ним воевать? Надо, блядь, дыру в его доспехах проковырять, а потом туда выстрелить. Да дерьмит это, а не термит. О, да пошла. Жара, бля. О, сука, бля. Чей там одинокий выстрел раздался? Кто-то застрелился, что ли? Не бздеть, ёпта. Погодите! Я почти на месте! Ух уж эти чоповцы, бля, понабрали. Давай, 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 давай! О! Чё это у нас такое здесь? Бля, глохар, давай вторую, вторую. Ах ты пиздюк! Ах ты пиздюк! Блять. Не, что ты делаешь, еблан? Сколько нап... Ой, еблан. Ой, еблан, глаза б мои тебя, еблана, не видели. Ёб твою мать. На, сука, умри.
Дали бы подойти для верности. Может, у меня, блядь, с убийствами на расстоянии ножом, блядь, проблемы. А ну, вперед! Я его снайперку взял. Нет, мне термит нужен. Я под обстрелом! Да и кто по мне стреляет, блядь? А, о. Охранник нейтрализован. Вперед! Я обеспечу прикрытие. Блять, со снайперки стрелять, конечно, роскошно вообще. Когда не подставляйтесь под пули. Сука, бля. А, блять. А мы вот так нахуй. Я перезаряжаю. А патроны-то кончаются. Слышь, Калахард. О, у них тоже, слышали? Вперед! Я прикрою! Держать строй! Не подпускайте этих гадов! А, он подбирает где-то патроны попутно. Он незаметно для нас обирает труп снайпера. Бликует-то. Снайперский прицел бликует, хотя он на нас не смотрит. Давай я тоже перейду в тот цех. Не до хера людей с саной порт охраняет. Позади! Крутой поворот! Ох ты, блядь, что это такое? А что, это нажать надо было, Нихуя себе. Ну ладно. Мне показалось, что это кто-то из Ордена. Красной звезды, блядь. Позади! Я помню. Давай, петух. Хуя три пули всадил. Черную воду-то взял с собой хоть, не? Незаметно болталась, блядь, под рубашкой, которая в обтяжку. Бегите, я прикрою! Чё, бегите, где моя винтовка? Да, охуенное укрытие, блядь, куча досок. Чувак, блядь, ну быстрей, ёбаный в рот. О, нихуя. Противотанковую бросили. Не, вот эта тема с черной водой, это интересно, конечно. Не получилось по-хорошему. Черт возьми, мне не до шуток. Вообще не смешно. Ваши доказательства. Где они? Терпение, рыцарь. 1 апреля, никому не веря. Давайте-ка найдем выход. Согласна. Графен, бля. Здесь оставаться нельзя. Да, но сначала я должен позалипать на фоточки. Индийская компания закрепляется на новом континенте. Ну ебать и шрифт. Да кто бы сомневался, что закрыто? Нужно найти другой путь. Может, получится открыть с той стороны. В таком цеху терминатора утопили. Еще работает. Я приближаюсь к платформе. Че это, блядь, за фраза такая тупая? Я приближаюсь к платформе. Вроде достаточно близко. Я беру на себя. Что значит? Давайте я наверх. Что, блядь, значит, я приближаюсь к платформе? Такие переводы, блядь, в 90-х были. Беги, лес, беги, вся хуйня.
Попробую достать это. Покатай меня, большая черепаха. Я займусь цепью. Какое грамотное разделение труда. Вот оно, равноправие. Равность полов, в смысле. Блять, ты можешь быстрее можете там. Можете дотянуться. Я справлюсь. Он стоял пригнувшись, как будто, блядь, он такой скорости ждал, что можно будет пиздануться с этой балки, блядь. Что она рывками будет ее крутить. Блять, когда мы увидим охуительные доказательства? Рыцарь, сюда! Лыцарь, давай. На счет три. Раз, два. Они здесь, быстрее! Берегитесь! Закрыть дверь, не выпускать их! Откуда, блять, она там? Ой. Сотрудник компании убит. Укрытие! Сотрудник компании убит? Блять, что с озвучкой стало? А, у меня пистолет нашелся. Я думал, не было. А хули ты думал, когда работать устраивался? Будешь кроссворды разгадывать? Нихуя. Меня накрыло огнем! Это ваш звездный час, господа охранники. Это ваш звездный час. Нахуй, сама в нем оставайся, что тут делать-то? В очко его себе засунь. Рыцарь танкует, ёпта. Божит. Тащит в жало мид. Я мид тащу, блядь. Ты идешь? Проноси им башню, блядь, на лайне. Блядь, оставить дробовик или выбросить? Такая хуета вроде. Оу, е. Мы ходим отсюда. Приказ. Только не говори, что мы будем телеги толкать. О, блядь. Здесь хватит места, чтобы пролезть. Да? Ну ладно, тоже неплохо. Это засада или они глухие, блядь? Хули он здесь делает? Хули ты тут делаешь? Дай вину. То же, что на воздушном судне. Груз везут в Америку и Вест-Индию. Сколько? Вдвое больше, чем в тот раз. Наверстывают упущенное. Груз не должен попасть на новый континент. Это не все. Охрана будет на чеку. Его упомянули. Они будут ждать. Мы еще можем успеть. Кого они упомянули? Один из ваших лордов. Если он придет навстречу, тогда сами увидите. Ну-ка. Да, охрана на чеку. Я смотрю, охрана прям бдит, блядь. Вон она, охрана. И что это за лорд? Ничего не значит. Лорд Гастингс, казначей и баронет. Опять? Он у нас в совете. Он уже отделался, да, от контузии? Он в курсе всех действий Ордена. Как удобно, правда? Вы ищете заговор там, где его нет. Взгляните на груз, тогда и поговорим. Рани. Киапку оспевиш вазе. Ученый говорит, Тесла, что ли? Или мы его убьем. Коварные пёзды. Не верим в Галахард. А хули там. Рани Чханси. Опять я вас удивляю.
Прославленная королева-воительница, бросившая вызов нашим войскам в Индии. Говорили, что вы... Блять, в это окно можно посмотреть говорили, вообще? Что вы погибли в Гвальяре. Чем больше меня недооценивают глупцы, тем лучше. Глупцы. А груз, наверное, там будут, блядь, пробирки с вирусом, да? Вряд ли они живых оборотней перевозят. Я открою. Рыцарь, взгляните на это. На что? Вот. Как раз идет погрузка. Мы не можем позволить им вывести эту мерзость. Скорей. Что, блядь, погрузка? Чего грузят? Ящики? Выход в той стороне. Что индусы считают мерзостью? Вы, блядь, коровам молитесь, я хуй знает, как вас понимать. О, блесна. А, листья, блядь. Да пошел ты. Дэви, ты будешь охранять наш путь к отступлению. Рани, я пойду с тобой. Мой долг защищать. Дэви, это приказ. Блять, тёлочки, у тёлочек такая иерархия четкая прям. Странно, что она, блядь, ломаться не стала полчаса. Давай съебалась нахуй, я лезу. Нихуя тут высота! А, понятно, что она так долго тут висела. Уникальный случай. Корабль красят... Белый корабль красят в ржавый цвет. Да ладно, ладно, угораю. Хотя хуй знает, вот так смотришь, и непонятно, что во что красили. Я так-то белых кораблей тоже не особо... А, нет, бывает, бывает, да. Пароходики речные. Я подниму платформу, а вы покараульте. Охуенно. Я в это время должен наблюдать, как ползет текстура корабля перед моими глазами, что даже камеры не покрутить. Все, выше не поднять. Все, силы кончились, каши мало ел. А, во, вижу. Подсадите. Я посмотрю, что там. Очень много охраны. Действуем тихо. Там стрельба шла, вот, блядь, реально, в метрах в 100 отсюда, блядь, война шла настоящая. Перестрелки, блядь, гремели. О, бля. Батя среагировал. Сама подтягивайся, ёпта, я одной рукой тащу, и то он раненый. Блять, подтяните, подсадите. Вот с тёлкой в разведку ходить, а? Скорее. Что? Тут чужаки! Предупредите охрану Гастингса! Эти суки уже здесь! Уводите его, светлость! Суки, ты кого-то... Ты кого-то, блядь, сукой назвал, а? Влезьте, охрана! У одного из них дискомет! Кто у него? Ох, нихуя пати-мейкер приехал! Блядь! Нихуя он мне... Прокрутил мне свои диски. Блядь, хорошо, у меня граната есть. На черный день берег, суки пролетарский! Да, и все успели отойти, блядь, от нее. Охуенно. Блядь, такая. О, а если я... Да, хуй там. Да, в кувырке взрыв не считается, да? Кто стрелял? Кто стрелял? О! Майн-либе снайперский. Стрельба.
Блять. А, больно. Как за, сука, дыхание задерживать, если он ходит на этот стик? Он ходить, блять, начинает. О-о-о. Я-я. Охранник нейтрализован. Гэнг-бэнг, сука. Так, где-то, блядь, тут дискомет. Это не он, нет, это говно какое-то. Снайпер! Наверху, на кране! Хуй на него, где дискомет? О, вот он. А, блядь! Проститут, блядь! Говнюк, мать твою! В палубе никого. Идемте. Я согласна. Детонатор. Р2. Нам пора вниз. В любой миг может прийти подкрепление. А, нихуя какая пушка. Куда вниз-то, блядь? Сюда? Где она, блядь, карка? Блядь, куда она съебалась? А. Я тяну за этот рычаг, вы за тот. Готовы? Ох, блядь. Обожаю медленные лифты. Мы не можем просто отпустить и ёбнуться вниз. У нас все равно черной крови, блядь, залезь. Блядь, один этаж, ебать, один этаж. Мы спустились на один этаж. О. Я думаю, что там кто-то будет. И чего? Не, ну может и не будет. Хуй его знает. Идемте. Скорее, перехвати! Поднимаются на борт. Готовьтесь. Придется пробиваться. Сдох хоть, нет? Блять, как долго этот местный БФГ перезаряжается? Что это такое? Кровушка? Продрись какая-то, блядь. Ну куда? Блядь. Суки. По трапу бежит охрана. По какому трапу? Где он, блядь? Восхищайся мной, женщина. Громче восхищайся, блядь. Сейчас я тебе поддам, блядь, огоньку, сука. О! О, блядь, рукопашечка здесь. Ой, какая. Тут где-то второй петух был, нет? Он уже скрылся, видать, где-то. Блять, три диска осталось. Неплохой выбор оружия. Это как раз не странно. Компания поставляет оружие всему миру. Угу. И ордену, да? Я-то думал, нам оружие Тесла поставляет. Вам не кажется странным, что охрана порта вооружена до зубов новой техникой? К чему ваши домыслы? Сюда. Блять, почему ты перестал говорить, давайте, ублюдок? Вы или не давайте открывать, или пусть продолжают пиздеть. Ну что за говно? Никого. Это дурной знак. Тактическое отступление. Значит, скоро вернутся. У нас мало времени. Ну, доказательства. Как скажете. Я тебе, блядь, 20-й раз говорю, доказательство гони, тварь. Может, блядь, ее чпокнуть для верности? Ты можешь ходить быстрее.
Уже я ее к доказательствам веду, блин. А если они трупы, блядь, инфицированные перевозят? Что дальше? Осмотрите груз. Ищите любые отметки на ящиках. Ёб твою мать. Ну вон там красная печать. Нам нужны ящики с маркировкой компании. Она должна быть сбоку. Не то. Вижу метку. Где? Но слишком высоко. Нужен такой, до которого можно добраться. Блин, не дохуя делов, чтобы что-то ему доказать? Во. Нашел. Ну, труп, вот. Труп туда ведь влезет. Это мы ищем. Помогите спустить. Лом. Старший помощник Лом. Смотрите, рыцарь. Вот зло, с которым мы сражаемся. Вампиры. Вампиры, блять! Как? Полукровки укрепляют позиции. Благодаря защите ликантропов в ваших краях, Гастингс и его вампиры сеют болезнь по всей... Лорд Гастингс не может быть с ними. Какие вампиры, если мы с оборотнями сражаемся? Многие в районе Уайтчепел видели, как ваш лорд бродит по ночам, выслеживая падших женщин. Джек-потрошитель. Гастингс! Как его называют? А как, по-вашему, убийце удается так долго избегать сетей комиссара Дойля? Уайтчепел попросту стал их кормушкой. Тут прям другой мир, оборотни, ликани, блядь. Не, сюжет. Сколько тут этих тварей? Сюжет интересен, что не говори. На целый город хватит. Мы еще и с вампирами теперь воюем. Вот это классно. Боже правый. А-а-а. Уничтожить ящики. Ну, ни хрена себе сенсация. Ну что ж, ящики мы будем уничтожать в следующей серии, потому что, ну, часик времени прошел, я много фейлил. Всем на радость, я уверен. Так что, что-нибудь там нажмите, что-нибудь там где-нибудь напишите, ну и все такое.